Поднять зарплату бюджетникам Мурманской области необходимо уже в этом году, заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве региона Андрей Чибис. Речь идет о работниках сферы образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. Ожидается, что повышение зарплаты коснется 15 тысяч работников бюджетной сферы. На эти цели, отметил губернатор, из областного бюджета дополнительно выделят почти 2 миллиарда рублей. Мы саккумулировали необходимые дополнительные ресурсы в рамках текущего бюджета. И в пятницу я внес законопроект в областную думу о направлении почти 2 миллиардов рублей на повышение оплаты труда работников, именно бюджетников.